Город без наркотиков. Под таким девизом на площади Марацей прошла уличная акция, направленная на профилактику злоупотребления наркотиков, алкоголя и табакокурения и пропаганду здорового образа жизни. Организаторами мероприятия выступили комплексный центр социального обслуживания, Ненецкое региональное отделение Красного Креста и региональная общественная организация «Мир праздника». Уличный флешмоб стал частью всероссийской антинаркотической акции «За здоровье и безопасность наших детей». Участниками действия стали более 30 волонтеров, школьников и студентов. В течение 5 минут ребята танцевали под песни, призывающие вести здоровый образ жизни. И я думаю, что сегодняшняя акция как-то оставит небольшой хотя бы на след в умах этих ребят, нашего подрастающего поколения, и направит их на правильный путь. В рамках акции ребята раздавали листовки и буклеты антинаркотической направленности. В них собрали информацию о вреде наркотиков, алкоголя и курения. В первую очередь люди хотя бы будут знать, что эта проблема существует. Потому что многие очень думают, что у нас в городе вообще наркомании нету. Но мы показали этой акции, что это не так. Что проблема такая существует.